Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона, а мы продолжаем проходить игру Prey. Так, интересно, что будет, если подняться на самый верх, да? Так, здесь мы были. Так. Бля, что-то я понатратил вот их. Так, тихо. Нашел пистолет, ё-моё. Вот это круто. Так, шокер-ошеломитель. Шокер-ошеломитель выводит людей из строя. Тифоны более устойчивы к ее действию, но их тоже можно недолго обезвредить. Кроме того, шокер на время отключает роботов и уничтожает их при продолжительном воздействии. Так. Слушайте, ну я не знаю, сюда поднялся. Шокер же, это круто. Так, 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 так. Так, идем дальше. Так. Тут не работает что-то. Ну да, зато вот этот момент, что я сюда залез, дал мне сейчас еще раз то, что, ну, как бы надо это... Лазить везде, проверять. Она заперта. Ну да, скорее всего, мне идти в холл. Ну, блин, если бы я сюда не залез, я бы не узнал, что здесь есть шокер. Так, тут что-то есть опять. Запчасти. Так, ну я так понимаю. Не, ну сюда мы прыгать не будем явно. Так, все, залазить больше некуда. Ну все, пошлите вниз. Так, интересно, если я спрыгну, я много жизни потеряю, блин. Пошлите там, где залазили. Отлично. Ну все, теперь можно идти в холл. Да, я уверен. Уверен, что мы идем в холл. Таинственный собеседник по имени Январь помогает вам выбраться в главный холл комплекса. Январь, да, хороший собеседник. Наверное, еще будет Февраль. Так, игра подгружается. Погнали. Так, новые предметы. Добавлен уникальный контейнер в вашем кабинете. Так, что за контейнер уникальный?
понятно, чипы. Так, бежать, добраться до главного холла, я в принципе до него вроде добрался, искать труп Бермани в втором пункте. Так, снаряжение, чип костюма, нейромоды, давайте все-таки нейромоды выберем. Так, ученые, так, давайте еще раз. Ученые используют научно-медицинские знания, а также специализированное лабораторное оборудование. Инженер модифицирует снаряжение, чинить оборудование и устранить проблему ударами разводного ключа. Охранник улучшает ваши физические данные. Обращение с огнестрельным оружием и тактическим листом. Ну давай, инженер, смотри, подъем. А, вот, урон врагам можно наносить, да? Да нет. А, с помощью пути вы можете чинить гравилифты, фабрикаторы, утилизаторы, вышицу и стоя. Блин, а можешь попробовать вот починить? Так, стоп. Так, охранник. Ваш уровень здоровья повышается до 115, а выносливость до 105. Вы бегаете, крадетесь, как скорость быстрее. Блин. Ну давайте, давайте. Блин, я не знаю. Не, ну давайте, не, давайте вот. Попробуем починку сделать. Ёлки-палки. Россия, блин. Смотри. В глаз, что ли? Так, тихо, входящий. Я знал, что вы это выберете. Вы выбрались. Готовы, наконец, увидеть реальный мир. Так, а как я все-таки это? А, вот, надо зажать Y. Забыл, как ставить. Так. Так, и... А, ну все, все. Вспомнил, как назначать. В принципе, тут не важно. Так, hold. Ладно, идем, ребят, пока никого нету. Да пошел ты в жопу, блядь. А, так, мне надо восстановить здоровье. Так, вот это что такое? Пельмени, да? Съесть. А, что, все съесть? Будьте начеку. Доберитесь до своего кабинета. Я пометил его на карте. Там есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Брис обещает проводить его быстро и безболезненно. Вы можете свободно исследовать Талос, шлюзы и лифты позволяют попасть из холла в другие части станции. Вы всегда можете вернуться в холл. Так, ладно. Не успел прочитать ни хрена. Так, а, карта. О, так. Так, фабрикатор, утилизатор. Уровень 1, уровень 2, уровень 3. Карта станции. Так, бывай. Шлюз закрыт, мостик Тарса, обшивка. Так. А, кабинет с отличным видом надо найти, да? Задачи. Открыть видеофайл Хоу Тарса, исчезающий труп. Так, ну что, пока идем с ключом, да, наверное? Там будет видно.
бьет или что? Так, давайте пока сохранимся. Так. Не, ну я чувствую, что сейчас что-то будет. Осталось понять вопрос только что. Ладно, пойдемте. Че, Балков боятся в лес не ходить. 2000 3 2000 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 Че, не могу двигаться, Че такое? Жесть какая там у ребят. Блять, я завис. Но это жесть. Это что, такие баги в игре? Что-то уже неохота играть, раз такие баги. Ну, давайте загрузимся. Бабай, ни хрена себе. Да, быстро он меня завалил, однако, левым скажу, ребят, быстро он меня вальнул. Внимание, тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год. 2020. Тихо, фантом убежал. Давайте сохранимся. 30-й год. Талоса. Сигары, короче, всякая шляпа. Так, ну давайте дальше идем. Так, а вот что это? Эвакуационное, что-то эвакуационное. И чё? Капец вообще, ребят, чё это такое? Две тысячи тридцатый год. Тал. Жесть какая-то, блин. Давайте еще раз, блин, сохранимся. Внимание! Вообще меня просто выносит с первого раза. Как его убить? Я ничего не понимаю. Это что такое? Да пошел ты в жопу со своим вниманием. Так, и что делать-то? Прокачаем. Сейчас мы что-нибудь прокачаем. На него не действует, я так понимаю, эта штука. Ну-ка еще раз, сейчас, подожди.
1964 год. После неудачного покушения 1983 с 1980 по 2025 2030 год. 1964 год. С 1980 2030. Так, вот сейчас сохранить. Подожди. Так, где тут жрать будет? Так, сохранить. Че, вот так будем играть? Ну ладно. Давай. 2030. Внимание. Да, блядь, не успел. Да ёкарный бабай, их тут много слишком, что с ними делать-то? Ребята, это жесть. Не, подожди. Да, вот это последнее сохранение. Блин. Чё, такая игра-то сложная. На бахаляву выбирать. Давно я что-то, блядь, все в фифу играю, блядь, в эту херню не наиграю. Тихо. С 1960. Так, а где аптечка? Внимание! Угроза в жизни. Меня валят вообще, я их не могу завалить. Я уже хрен знает, куда поднялся, а завалить их не могу. Так. Ну что, давайте их по одному выманивать, наверное, и валить. Да заткнись ты уже со своей тысячей, блядь. Год. Я, блядь, хрен знает. Ребят, как эту игру проходить? Что с ними делать? Я не знаю. Что с ними делать? Так, во-первых, давайте, короче, сделаем полное здоровье. 1900. Реально, полное просто. Так, что здесь можно выпить? Подожди, вот это что? Лимонное. Это все сырье. Сырье. Запчасти. 53-й год. Все, сохранили, да? После секретных переговоров. Так, давайте сейчас.
Блин, такой новый. Конец-то, ёб твою мать, хоть одного завалил. Это пипец какой-то, блядь. Так это чё, это его ничего никак не останавливает. Угроза жизни. Не, ну это жесть, я не знаю. Туда вообще, короче, не иди. Тогда как-то, короче, это обойти, блядь. Хер знает, хиромантия какая-то. Надо что-то как-то прокачаться, короче, а потом туда уже идти. Пойдемте, обойдем. Не знаю, невозможно. О, президент. Так, тихо, чё, я убил фантома? О да, о нет. Так, тихо, лог антифона. А, я так очень сильно надеюсь, что они не появляются. Так, что это такое? Психосимулятор повышает пси-потенциал, восстанавливает 48 единиц пси. А у нас что, пси? Не знаю пока, с чего у нас пси. Так, ладно. Здоровье восстановили. Идем дальше. А, нахуярился. Набухался, как свинья, да? Я так понял. Так, поломка. Так, ну что, давайте следовать по заданию. Господи. Передвигаться будет сложно. Главный лифт сломан. Система говорит, что она в порядке. Но код диагностики меняется при каждом моем запросе. Тихо. Блин, я короче понял. Мы будем каждый раз сохраняться. Я сообщу, если найду решение. О, я нашел турель. Ва-ха-ха! Съели! Клево! Уху! Стресс меня! Вообще ништяк. Блин, прикольно. Я нашел турель, ребята. Это крутяк. Это просто крутяк. Так, ладно, подождите. Блин, игра. Ну вот не знаю, вроде как бы с одной стороны ничего интересного. А, ну хочется исследовать, да, смотреть, что же дальше будет. А, давайте съедим пудинг. Пудинг дает всего, тем более 5. О, трав. О! Новый пропуск, травмпункт. Так. Че ты там базаришь, блин, а? Хрю-хрю-хрю, для хрю-хрю-хрю.
Так, я там уже кучу всего понабрал. Удон, 5 единиц здоровья. А банановая кожуха дает что-то. Так, ну смотрите, все, в принципе, вот уже теперь интересней. А, я, наверное, эту пушку буду с собой везде таскать. Так, давайте дойдем до сюда. Здесь ничего нет. Так, здесь тоже ничего нет. Блин, так а вот где халява? Пьешь, короче, восстанавливаешь? Ё-моё. Жесть, ребята, нафиг я трачу эти припасы, нафиг я их трачу, так. Ух ты, так тут еще есть пушка. Так, подождите. М-заряд. М-заряд создает мощный импульс электромагнитной энергии. Он особенно силен против роботов турели. Заряд может бросать, можно бросать или прикреплять к неподвижным объектам. А, ну то есть это как бы защита, чтобы тебе за спину, да, не зашли. Я правильно понимаю? М-заряд. Так, использовать. Так, а вот это что такое? Русские блины. 5 единиц здоровья. Хренушки-то тамушки. Так, не-не-не-не-не. Все, ключ, ключ, ключ. Имя персонажа капитан. Мечетык. Так, здесь что? А! Так, ну все, давай крутись пока. Так, давайте все исследуем здесь, на первом этаже. Блин, мне интересна реальная игра. Я прям в нее буду, наверное, всю ее пройду. Так, так, так. Так, ну что, ну если что, сюда прибежим, я думаю, да, проблем нету. Так, здесь ничего нет, однако, я тебе вам скажу. Может быть, в мужском туалете? Так, но зато я узнал, как восстановить здоровье. Это уже немаловажно. Так.
Так, подождите, показывается какой-то ключ. А, это что там? А как сюда пройти? А, это там я могу чинить. Блин, у меня же тут столько аптечек, если честно. Стреляй нахрен, блядь. Да он смотрит не туда. Ну, короче, понятно. Ладно, подождите, мы сейчас загрузимся. Блин, ну что это за бред? Так. Так, ну смотрите, что мы узнали из этого видео, да? Мы узнали, как сделать турель. Как, соответственно, восстанавливать здоровье. Так, давайте еще. Не, ну смотри, подожди. Он стоит здесь и что? А, ну все правильно. Так, давай еще раз. Туалеты. Берем аптечку. Так. А, берем аптечку здесь. Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности. Внимание! Целостность костюма нарушена. Ваш костюм поврежден. Чем лучше состояние вашего костюма, тем больше урона он поглощает. Защищая вас от атак и прочих гостов, почините его, используйте на воду для ремонта костюма. Отлично. Так, набор для ремонта костюма. А у меня такого набора-то и нет, а нет, есть. Костюм 92 стал. Отлично. Так, пойдемте воды напьемся. Это, конечно, долго, поэтому можно съесть всякую шляпу. Ну ладно, немножко восстановились, не буду пока на максимум, я думаю, мне хватит. Давайте сохранимся. Сейчас зайдем вот в этот холл и уже потом дальше пойдем в следующую локацию. Посмотрим. Ой, блядь. Ну да, слушай, без этих турелей здесь было бы дико сложно, это вообще без вариантов. То есть прям турель-помощники лютые. Ну все, закончились, нет? Задолбали, блин. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Диван, понятно, сесть. Так, так, так. Я как минимум видел одну аптечку, или мне показалось? Мне казалось, здесь аптечка была, нет? Что-то мне казалось, когда я сюда зашел, была аптечка вот тут слева, нет? Ну ладно, может быть, показалось. Нахрен мне туда сюда заходили. Так, а сколько у меня всего аптечек? 6. Аптечки надо экономить, ребят, потому что мне казалось, вот здесь я зашел. Может, я ее схватил, пока тут бегал случайно. Аптечки надо экономить, потому что ведь может потом быть уже такие моменты уровня, где, соответственно, вы ничего не сможете сделать. Так, давайте эту турель я здесь оставляю. И там турель получается у нас. Все, и иду на следующий этаж. В принципе, я здесь, наверное, все, что хотел, прошел. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!